Нет, мы наряжаемся сейчас. Посмотрите, что Люда, какой наряд себе подобрала. Мы сейчас все померкнем на твоем фоне. Вот, прямо и какую сумку, она говорит, лучше. Скажите, какую сумку лучше? Это вот это? Свадебный выбор. Нет, вот это из натуральной змеи. Представляете? Это или просто вот эту кристаллики. Лучше? Скажите. Скажите, какую? Мы не уйдем, пока не Нет, скажут. Это, знаете, что знаменитая дизайнер, она недавно ушла. Я забыла уже. Лейбер. Джуди Лейбер. Это из змеи? Лейбер. Змея. Абсолютно, да. Обалдеть. Это змея. Натуральные камушки вот здесь. Я ее продавала когда-то, не поверите, за 50, ну, даже меньше долларов. Да, и одна моя клиентка говорит, вы ее продаете, она $500 на eBay это стоит. Ага. Я говорю, ой, тогда я ее себе оставлю. Слава богу, никто не купил. Да, да, да. Ничего себе. Ну, она действительно даже на ощупь очень интересная. Дай-ка я потрогаю. Такая как тонкая очень, как пергамент, вот, именно змеиная. Так, ну в общем, вот мы наряжаемся. Давай, Оля, я тебе покажу. Давай. Да, ну, если так, мы... это у нас Настя, вот праздник, что видите, цветочки, поднимаем сами себе настроение, кстати, как прелесть. И я у Ваньки говорю, а где Марина, она такая, не знаю, и под музыку такая. Скажешь, чтобы меня не ждали. Где ты идешь? Так, нас 10 человек. Мы вызываем 2 такси по 5 человек. Did you get ready in the dark or something? 'Cause you look like a beautiful nightmare. Don't you know? Так, мы приехали на ужин. Венишен, Венеция, если по-русски сказать. Вот такая красотища. Девчонки не поняли, вперед нас приехали. Может, они внутри? Или они уже ушли? Хай! Да, все, вон уже тут. Хочется молчать и показывать. Ничего говорить не хочется. Так, мы тут с Людой стоим, смеемся, девчонок ждем. Ага. Потому что Люда говорит, зашли сейчас в холл-то. Да, в лобби. Там... И там афроамериканец охренел. Да, он говорит, какие вы все красивые, какие вы все сексуальные. Она, ну, четверо... А он еще вторую партию не видел. Я говорю, а он еще вторую не видел, да, наши девчонки. И потом я говорю, Оля, может быть, мы так одеты, вызывающие нас за кого-то, да, принимают. Да. Так это, за хорошие. Не очень хорошие. Уже... О, вон они. Сейчас мы вам смотри, покажем. Смотри. Ага. Ой. Вторая партия идет. Посмотри, какие красотки, какие вокруг люди. И какие мы... Ангелинка-то. А мы ведь давно приехали. Девочки, охранник в лобби охренел, мы зашли. Сейчас, мы говорим, вторая партия зайдет. Он вообще с ума сойдет. Он говорит, боже, какие красотки.
Че, девочки, пойдемте? Да, 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 идем, идем, идем. А куда? Ой, нам дверь открыли, чем мы не воспользуемся? Вот сюда, да? Вторая партия идет. Вот этот вот, который сидит на фонтане, он в шоке. Просто в шоке. А вот он по телефону говорит. Вот видите, вот этот он. Это он. Вот видите, как все одеты. Скромно. Прям сказать, вот как мы. Вот как мы. Так, фоткаться некогда, идем в ресторан. О, они что, все что ли уже купили? Ой, это что, каких-то друзей встречает? Немножко казино сниму. Тут нельзя, конечно, снимать, но сейчас. Поднимаемся. Так нет, именно здесь, это ж какой шанс был тут увидеться, это вообще. Золото, бриллианты. Так, где наши-то девчонки? Что-то они там все фоткаются и фоткаются. Ну ты что? Нет, что во время, когда... Зато сейчас, видишь, нет. Купила красоту какую. Да, покажешь вот потом вечером, да, да, посмотрим. Да, 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 ага. Сережки, классно. Посмотрим, а мне, мол, что мне вы купили. Единственное, Кейт Спейд. Из достойного, все ваши какие-то серьги-то, как красиво, арочка там. Так, все, идем к ресторану. Я не знаю, где Настя-то. Завязали на шейку платочек, и уже такой образ у нас кокетливый получился. Сверху можно жакет, пиджак, джинсовку, рубашку, хоть что наденете, будет смотреться оригинально. Добавляем сумочку и вот такой вот образ. Можно так в теплую жаркую погоду. Для разнообразия любой шарфик, любой маленький легкий платочек, и вы красотка. Вот так смотрится со светлой джинсовкой. Можно синюю, тоже будет хорошо. Вот с такой рубашкой можно попробовать, тоже хорошо смотрится. Туфли на каблучке, цепь. И уже такой образ степенный, более элегантный. Вот здесь как раз можно пиджачок, жакетик сверху. И такая прямо леди. Наденем рубашку, вот такую длинную, белую. И тоже получится оригинально, красиво. На более такую прохладную погоду добавляем сумочку свою. Красиво?
вариант, когда жилет сверху рубашки. Удивляем своих коллег. Пришли на работу, жилет был снизу, сверху рубашка. А пошли на совещание, надели жилет сверху рубашки. И получаем комплименты. И вариант, когда рубашка заправлена, тоже красиво смотрится на каблучках.